Здравствуйте все, с вами Некрос, и сегодня мы поиграем в новый мод Dota 2 Чернокнижники, Warlocks. Я впервые запустил этот мод, поэтому толком о нем ничего не знаю, и в этом-то и приколюха. Итак, мы играем рубиками. У нас есть скиллы. Да? Better get ready. И мы должны, я так понимаю, да, мы должны сражаться с другими рубиками. Класс. Так, это лечение, да, я так понимаю? А, мы себя дамажим таким образом. Так, допустим. Молния. Пшу. Где у нас телепорт? Округ-то все сужается и сужается. И мы выбрасываем с помощью молнии за арену, за пределы арены. Вот оно что. Молнии можно отбрасывать противника. И мы получаем, кстати, уровни за наши труды. Я думаю, что я качну молнию, потому что это очень клевая штука. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Меня сейчас просто... Просто выгонят меня оттуда. Пошел. Пошли. Убил. Отлично, я пролил первую кровь. О, меня таращит просто вот... Меня просто, ребята, таращит от этих метеоров, от всего. Отлично. Ультракилл от Атесса. Да, наверное, стоит еще и метеор качнуть. А мы когда будем... Ой, началось. Посмотрите, что творят. Вот так вот его выкидываем за пределы арены. Добиваем. Так, первую кровь я снова проливаю. Это круто. Вот так вот, пошел отсюда. Пошел. За пределы арены. Тш! Откидываем. Отлично. Двоих я тут забрал, неплохо. Ну и остается только... Фаербол улучшить. А потом уже примемся за... Ух ты, как... Как борзо-то, ё-моё. Что творят? Пью. Так, немножечко подлаги. Воу-воу-воу-воу-воу. Все, меня убьют, походу, да. И вот первая смерть. От некроса звучат громыхающие скиллы. Все везде взрывается. Все друг друга толкают. 3-0 пока что у нас. Я думаю, мы тоже затащим и этот раунд. Арена сужается. Остался один противник. И я думаю... Да. И это 4-0. Так, и тем не менее, мы можем дальше прокачивать фаербол. И телепорт заодно. Да, телепорт, я думаю, мы... О-о-о! Какое... Резкое начало! Мне так и рук не хватит, ребят.
Так. Отлично, отлично. А, хитрец. Сейчас мы просто толкаем всех. Пошел, 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 пошел. Да, нормально. Отлично. И все. 5-0. Интересно, сколько будет длиться игра? Интересно. Но пока что мы просто их рвем без шансов. Вот так вот. Отличное начало. Попробую второй скилл через... Не получилось. Но это не так-то и просто со вторым скиллом дело иметь. Вот так вот. Минусуем. Фаербол. Мимо. Давай, 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 иди, иди отсюда. Давай, иди, иди. Правильно? Нечего тебе тут делать. 6-0. Сервер, конечно, не в лучшем состоянии. Файт. Так, а я не понял, это что за ерунда? Можно, конечно, толкать этой фигней, но тем не менее. А тут все толкает, можно сказать. Да, здесь все толкает. Эй! Отлично, 7-0. Светлые побеждают. С разгромным счетом. Почти как Бразилия. Как немцы разорвали Бразилию, так и мы разорвали темных чернокнижников. Ну и здесь можно посмотреть, кто сколько наубивал, кто сколько помог и кто сколько нафидил. Тем не менее, игра окончена. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и вступайте в мою группу ВК. Всем пока!